Почти весь день Александр Желнин на морозе. Отойти от аварийного участка нельзя, пока все работы не будут завершены. Отделались малыми потерями, вздыхает мастер участка. Успели предотвратить порыв. Вовремя заметили утечку на трубопроводе. Ежедневно у нас происходит утренний обход, осмотр оборудования. Ну и в результате снятия параметров мы это все увидели, сразу же начали работы по выявлению места утечки. Все, что мы смогли сделать, мы сделали оперативно, быстро и достаточно качественно. Новую трубу доставили со склада. С заменой коммуникации бригада справилась буквально за полдня. В таких условиях, при низких температурах, промедление – огромный риск. Произведена разработка грунта 15 метров. Скрыты плиты перекрытия. Произведен демонтаж старого трубопровода, порвавшегося. Произведен монтаж нового 15 метров. Если бы вовремя не предотвратили, вода в трубах могла замерзнуть, повредить коммуникации. К такому напряженному режиму работы бригада ремонтников привыкла. Сети эксплуатирующей организации перешли от ЗАО «Коммунэнерго», которая к отопительному сезону трубы не подготовила. Ремонтники и мастера говорят, им нелегко, но такая уж у них работа. Люди, которые с пониманием, они так эмоционально не реагируют, которые понимают, вот, больше чаще ругают нас. Вот. Но мы делаем все, что можем, и даже иногда немного больше. Теплые батареи, бесперебойная подача воды и электричество в дома самарцев. Ежедневный нелегкий труд тысяч сотрудников коммунальной сферы. Их работа не видна, но ее чувствуют, когда дома тепло, светло и уютно. Марина Кравцова, Константин Головин. События.